Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 19 мая, мы в Инджикуме, на улице жара, и мы приехали на пляж. Ахмед тоже здесь. Привет! Привет! Поэтому посмотрим, море теплое или нет, какая погода. В описании ко всем моим видео есть ссылка на температуру воды и воздуха, поэтому обязательно смотрите. Ну, а мы идем купаться, открываем сегодня сезон. Мы приехали на пляж Инджикум, прям около отеля Пегасос. Мы были здесь в прошлом году, нам очень понравилось, но часто сюда не ездим. И мы видим сегодня очень сильные волны. Но я надеюсь, нам это не помешает купаться. Мы всегда идем вон в ту сторону. Друзья, сегодня волны, но это просто потрясающий пляж. Как же мы будем купаться, я не знаю. Здесь есть лежаки, здесь есть зонтики. Пляж, песок очень-очень горячий. Ой, как не хотелось, чтобы были волны, но вот такая вот сегодня погода. Сегодня на пляже волны, друзья, но вот там вот вдали народ купается, и мы тоже рискнем. Говорила я вам раньше, что на пляж мы не приходим раньше, чем в августе месяце, но очень захотелось, прям очень-очень захотелось искупаться. Поэтому в это воскресенье мы выбрались на море и, конечно же, выбрали пляж Инджикум. Что мне нравится на этом пляже, так это то, что на этом пляже очень-очень мелкий песок. Он прям как пыль и такого светло-коричневого цвета, очень красивый. Ну что, друзья, давайте идем купаться скорее. Так, Ахмед заходит в воду. Вода немного прохладная. Дорогие друзья, меня закопали в песок. Знаете, как классно? Такая тяжесть. Супер. Сейчас Ахан покажет, как мы будем светить. На солнце очень-очень жарко. Что, решили меня зажарить? Джуз. А? Соль. Соль, посолили, поперчили. Да, друзья, да. Супер классный, такой песок тяжелый. А теперь я поднимаюсь, смотрите. Друзья,
накупались в таких шикарных волнах, просто супер. Когда вы едете на море, не забывайте брать с собой крем. Это очень важно. Неважно, загораете вы, не загораете, какая у вас кожа. Кто-то спрашивал меня, каким кремом я пользуюсь. Я пользуюсь кремом марки Виши. Вот такой вот крем. Покупала я его в прошлом году. Стоил он порядка 100 лит, но очень классный крем. Не жирнится от него кожа. Можно наносить под макияж и так далее. Но очень классный крем. Не оставляет таких жирных следов, очень хорошо впитывает, и на коже появляется такой интересный, я не знаю, перламутровый блеск какой-то. Ну, в общем, очень-очень классный крем. Обязательно покупайте качественные крема, пусть они будут чуть подороже, но обязательно покупайте качественные крема. Ну и, конечно же, чтобы исключить комментарии тех людей, которые меня не знают, почему она такая белая, живет в Турции, не загорает, в общем, ужас, страх и так далее. Друзья, когда вы пишете такие комментарии, думайте о том, что все люди разные. У кого-то светлая кожа, у кого-то очень темная кожа. Так вот, у меня светлая кожа, и я не загораю. У меня нет пигментов в коже, поэтому, если я не намажусь кремом, я только покраснею. Но никогда в жизни я не загорю. У меня даже брови белые, поэтому вот такая вот особенность организма. И в Турции я себя чувствую совершенно прекрасно. Летом, когда жарко, это шапка, солнечные очки, защитный крем и одежда из натурального хлопка, ну, из натуральных тканей, максимально свободная, максимально удобная. Поэтому никаких неудобств мне ни жара, ни холод не доставляют. Давайте еще чуть-чуть пройдемся по пляжу, полюбуемся морем и уже будем собираться. Вот такой вот шикарнейший пляж здесь, друзья. В описании к этому видео я оставлю ссылку на местоположение этого пляжа, и обязательно заходите всегда в описание к моим видео, потому что там есть полезные ссылки на температуру воздуха и воды. Сейчас вода, ну, порядка, наверное, 24 градусов, и у берега она чуть прохладнее, чем подальше. Очень нам понравилось купаться, несмотря на то, что волны кажутся такими устрашающими, а когда заходишь в море, они даже не бьют сильно, просто вот такие вот сегодня многочисленные прям волны, даже нельзя сказать, что они крупные, но они многочисленные. Очень красивый, конечно, сегодня пейзаж. Невероятно. Это стало уже моим фирменным словом, невероятно, но что еще можно сказать о такой красоте? Красота невероятная. И вода очень прозрачная. Очень прозрачная, и чем дальше заходишь, тем прозрачнее, голубее она становится. Я думаю, что мы с вами чуть-чуть прогуляемся. Здесь отельный пляж. И многие из вас спрашивали, могут ли не постояльцы отеля заходить на отельный пляж. Да, могут. У кромки воды могут находиться все. Поэтому, если вы приходите с полотенцем со своим, вы можете у кромки воды 10 метров находиться абсолютно на любом пляже. Ну, а если это пляжный бар, то, конечно же, вы можете взять в аренду зонтики и шезлонги. Но поскольку здесь в Инжикуме большое количество отелей, то, конечно же, здесь преобладают отельные пляжи. Большие волны, все равно с детишками купаться тоже не страшно, можно взять надувной круг или на рукавнике и купаться. На самом деле в волнах купаться
просто одно удовольствие. Это, ну не знаю, мне кажется, это намного интереснее, чем просто спокойно на море. Пляж отельный, то вы можете на своем полотенчике, например, расположиться где-то рядом. Ну, от воды 10 метров это не запрещено. Вот, например, здесь заканчивается отельный пляж, а здесь вот совершенно свободная территория. И здесь можно расположиться, потому что дальше идет пляжный бар. Можно арендовать шезлонги, можно арендовать зонтики. И, например, вот на этом пляже, на котором мы сейчас, сегодня у нас шезлонги. А вот вы, например, видите, женщина сидит на полотенце и совершенно свободно, никто не запрещает. Я, например, не люблю нас на шезлонгах, поэтому я всегда только на полотенчике на песке. Как ни странно, вода ближе к берегу чуть прохладнее, чем дальше. И здесь такая особенность пляжа, что вы можете идти метров 20, и вода вам будет по колено, ну максимум по пояс. Поэтому тоже не страшно. Вот, например, вдали видно, семья пришла со своим зонтиком. И именно вот здесь, на этом пляже, мы тоже всегда сидим со своим зонтиком, когда приезжаем. Поэтому это не запрещено. Дети вот тут строят какую-то запруду. Какой-то замок построил. Тут целый замок у них. И вот здесь территория пляжного бара. Песок очень классный, мягкий, очень мелкий, как пыль, но все равно цвет даже у него такой интересный, но все равно очень приятный, один из самых приятных песков в Алании. Ну что, дорогие друзья, время уже ближе к 5, и мы уходим с пляжа. Очень классный пляж. Встретили наших подписчиков из Барнаула. Вам привет, если вы будете смотреть это видео. Они отдыхают прямо здесь, в отеле. В общем, очень классный пляж. В описании к этому видео смотрите ссылку, где он находится. Ну и, конечно же, доехать до этого пляжа вы можете на автобусе из центра Алании до Инджикума, ну и или из других районов до точки по карте. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего и добро пожаловать в Аланию и в Турцию. Пока-пока!